Открытию смены проекта «Дворовая практика» 12-летняя Настя очень рада. Как и все ребята, за время пандемии она очень соскучилась по общению и активным движениям. И организация летних смен на базе районного молодежного центра стала хорошим вариантом для выхода кипучей детской энергии. Сама Настя так освоилась, что показывает танцевальные движения вместе с вожатым. Я в этот лагерь хожу уже 3 года. Мне здесь очень нравится, тут очень классно. Тут проводятся всякие мероприятия, мы танцуем каждый день. Что тебе особенно нравится? Танцы и когда мы ходим к школе, играем в волейбол. Молодежный центр к этому проекту присоединился уже 5-й год, то есть мы, наверное, самые опытные в районе, кто этим занимается. Это областной проект, все наши районы нашей области подключены к этому, и в том числе база на базе молодежного центра. Более того, мы учим вожатых для этого, то есть мы единственный в районе, кто готовит вожатых для дворовой практики, и на всех площадках работают именно наши вожатые. 16-летний Антон тоже прошел школу вожатского мастерства. Кроме того, несколько лет подряд работал в школьном летнем лагере. При этом занимается спортом и хорошо танцует. Интеллектуальные игры и творческие конкурсы ему тоже по плечу. Антон по-настоящему любит свое дело. Работаю с детьми, я их люблю и с ними поэтому играю. Дети веселые, смышленые. Также с ними приятно работать, с ними играть очень прикольно. Есть дети, которые весь день на детской площадке, весь день где-то на улице, но при этом им нужно что-то интересное, им нужна компания. И вот уже несколько лет мы это делаем, и мы получаем такие отзывы, когда ребята сами приходят и спрашивают, а будет сегодня, а можно ли прийти? Ну, конечно, будет, конечно, можно. 5 дней в неделю, мы всегда их рады видеть. Таких детских игровых площадок, где реализуется проект «Дворовая практика» в Городецком районе, 20. Они организованы на базе многих досуговых центров в городах и селах. Всего за первую смену в них отдохнуло почти 160 мальчишек и девчонок. Цифра не очень велика, поскольку приходится соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Не более 7 в группах на улице и не больше 3 в помещениях. Несмотря на все ограничения, вожатые стараются, чтобы детям было интересно и радостно проводить это лето.